সংসার সিন্ধুত্তরণে হৃদয়ঞ্জদি সাধ সংকীর্তনামৃতরসে রমতে মনুষ্যে প্রেমাম বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবীতি চৈতন্য ছন্দ চরণে কুরুতানুরাগম চৈতন্য ছন্দ চরণে কুরুতানুরাগম। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল, বিফোর লিভিং দিস বডি উই শুড হ্যাভ ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট আওয়ার ফিউচার লাইফ। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что мы должны иметь четкое представление о том, что с нами случится после того, как мы оставим это материальное тело. Шрила Прабхупад говорит, что обусловленные души, они полны различных желаний, различных концепций, представлений о том или ином, но все это должно находиться в гармонии с чистыми гуру вайшнавами. Что мы хотим и то, что мы не хотим, мы должны определиться в этом отношении. То, что мы хотим, к чему стремимся, и то, чего не хотим, мы должны определиться в своей жизни в этом. Иначе жизнь за жизнью мы не сможем совершать баджан. Итак, жизнь за жизнью мы должны, если мы не определим наши цели, то мы можем так жить бесцельно, и жизнь за жизнью будет проходить зря. В Нарада Бхакти Сутре говорится, что такое бхакти. Вот в этой шлоке дается определение, когда мы можем развить любовь, стремление, безудержное стремление к Верховному Господу. Никто не сможет остановить нас. Никакая сила не может остановить нас в этой Вселенной. Наше стремление к Господу и наше совершение Кришна Баджана, это зовется такой непреодолимой силой, непреодолимым желанием служения Гуру и Вайшнавам. И в этом случае мы можем сказать, если у вас есть такое желание, что у вас есть бхакти. И эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Это шлока, произнесенная Прабхудананда Сарасвати Падой. И в ней говорится, что если мы хотим пересечь этот материальный океан, материальный мир, то будьте внимательны. Если вы хотите пересечь его, то мы должны быть очень внимательны и осторожны. Если Харинам Санкиртан, Харикатха, она приносит вам радость вашему сердцу, ваша душа радуется. Что такое прасад? Многие думают, что прасад – это какая-то еда, какие-то сладости и прочая еда, но мы не можем представить, что прасад значит милость. Прасад значит милость. Если мы обретем полную милость Харинама Санкиртаны, то тогда это будет подобно зеленому свету на пути нашего баджана. И есть нечто важное. Великие саду. Они думают, ну, кто-то думает, что они великие саду, но все же снова и снова я говорю такую сиддханту, что до тех пор, пока мы не утвердимся в Адвай Гьянтатве, до тех пор, пока мы не утвердимся полностью в Адвай Гьянтатве, то не будет никакой уверенности, что мы не сможем пасть.
То есть не будет уверенности в нашей такой, в нашем непоколебимом положении. Даже больше я могу сказать, что если мы не утвердились в Адвайта Гьян-татве, то у вас нет права проповедовать, не нужно куда-то ездить и проповедовать. Поскольку если вы будете проповедовать, не утвердившись на пути баджана, то вы можете только проблемы создать, поскольку ваше видение, ваш даршан, ваше мировоззрение, оно связано с различными посторонними вещами. Например, кто-то едет в Гималайи, но это для своего собственного наслаждения. Это может быть так, что если кто-то едет в Гималайи не для того, чтобы обрести бхакти, а просто наслаждаться, но если мой Гурудев дает нам указание, что нужно сейчас спать, то это служение будет. То есть, если... То есть, если какой-то преданный всю ночь совершал севу, и Гурудев ему говорит, сейчас ему нужно спать, то это его сон будет служением. И есть очень тонкая грань между сатсангой и асатсангой. Это практически невозможно, очень тонкая грань. Многое, что мы думаем, что это сатсанга, то Шрила Прабхупад говорит об этом как о асатсанге. Одна секунда или доля секунды асатсанги с какими-то материалистами, она может стать причиной нашего падения, подобно тому, как в Шри Чайтанья Чаритамрите мы можем найти вот эти слова «Лавамата Садусанга Сарвасидхи Хой», то есть по доле, благодаря доле Садусанги мы можем достичь всех совершенств. И также противоположная концепция есть, как есть день, так и ночь, есть нечто хорошее, и также противоположность есть. И в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится в этой шлоке, что благодаря Лавамате Садусанги мы можем обрести все совершенство, и противоположное тоже должно быть. Даже из-за малейшей асатсанги мы можем потерять все, но мы далеко не все можем понять, что такое сатсанга и что такое асатсанга. Очень тонкая грань между ними. Это очень чувствительная тема. Общение, которое мы получаем, это то, если из-за какого-то общения мы теряем нашу веру, наше памятование о гуру, вайшнавах и Бхагаване, мы всегда должны находиться, мы всегда должны помнить о гуру, вайшнавах и Бхагаване. Я уже приводил пример, что если железо поместить внутри огня, то это железо, оно принят вскоре, когда нагреется, примет форму, цвет расплавленного золота и качество огня, но когда вытащить его из огня, оно опять почернеет и станет обычным железом. И также мы должны всегда иметь связь с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном, и тогда у нас будут качества, подобные им, как железо, которое находится в огне, но приобретает качество огня. И вот та шлока, с которой я начал говорить, чет значит, если наш ум, он будет получать радость от слушания харигатхи, харикиртана, то это очень хороший признак. Как можно достичь Господа, поскольку, то есть если у нас нет, то есть шла шлока о том, что наш ум, который полон анарх, и он не имеет склонности к слушанию харикатхи и харикиртаны, как же тогда он может обрести сатсангу и достичь Верховного Господа? Как это возможно? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет
в Дашамула Татве. Очень важные слова Шрила Бхактивинода Тхакур говорит вот в этой шлоке, что это не шутки просто встретиться с Гуру Вайшнавами. Это не может быть случайно, только благодаря нашей великой удаче, нашему сукрити, накопленному с предыдущих рождений. Когда мы путешествуем, скитаемся по этим 14 мирам, иногда мы рождаемся как царь, иногда как попрошайка. Иногда мы становимся обычными людьми, иногда животными. И таким образом мы рождаемся в различных рождениях и в процессе наших перерождений, если по нашей великой удаче мы встретимся с настоящими гуру Вайшнавами, то что произойдет, если у нас нет оскорблений никаких, то мы почувствуем, что наше сердце очищается, если мы просто получим даршан гуру Вайшнавов, и тогда у нас возникнет интерес, и мы будем следовать им, и по их наставлением, под их руководством мы будем совершать сасангу, совершать харинам, и Кришна абритам, значит, снова и снова повторяя, если мы слушаем харикатху, повторяем святые имена, и обсуждаем вещи, которые связаны с Кришной, харинам, харикатху, садусангу, дама парикрама, харинам, все мы делаем, и прасад. Но у нас должно быть явное, ясное представление о том, что это именно прасад, что это милость. А если у нас нет такой идеи, такого видения прасада, то результата мы не получим, как вот в этой шлоке говорится, что принятием прасада Господа мы можем одержать победу над Майей. И вот если мы то есть нужно понимать, что такое прасад, настоящий прасад, что это милость. И Верховный Господь, как Верховный Господь хочет помочь нам, главное, бесчисленными способами, но главное, Бхагаван, Гуру, Бхакта, Шакти, Пракаш Аватар. Бхагаван, Гуру. Бхакта, Аватар, Пракаш. Все эти шесть Кришна являются в шести формах, чтобы спасти нас, но мы не готовы быть спасенными. Что же делать?
Если дживатма не готова, не хочет, не хочет достичь Галоки, Вриндаван Дхаммы, то что Гурудев может сделать? Может кто-то сказать, что Гурудев недостаточно могуществен, если он дает нам милость, но если мы не можем принять эту милость, какие-то анархии в нашем сердце, если у нас есть какие-то оскорбления в адрес Гуру Вайшнавов, и из-за, подобно тому, как из такой понятия изоляции, как вот, например, провода электрические, они изолированы резиной, либо этим пластиковой изоляцией, это подобно барьеру, которая не пропускает электричество, и также анардхи, оскорбления, они подобны такой изоляции между нами и Гурудевом и Вайшнавами. И вот Бхагаван, Верховный Господь, потом Гурудев, я имею в виду Садгуру. То, что я говорю о стандартных, о вещах, о том, что должно быть. Садгуру Бхакта, Шакти, Аватар Пракаш. Что значит Шакти? Что значит шакти? У Господа бесчисленные энергии шакти. Из них джива шакти, чит шакти и майя шакти. Еще в этой шлоке говорятся такие слова «каруна шакти». Если Гуру Вайшнавы, если все Гуру Вайшнавы, они готовы помочь нам, они тоже шакти, в каком-то смысле. Нараджи Махарадж, у него есть бхакти шакти, он бхакти авеша аватара. Он бхакти шакти аватара. Вьясадев, это шакти авеша аватара. Многие не могут поверить, как вот Накул Брамачари из Калны. Он недалеко от Калны живет, около 2-3 километров. И вот там живет, жил Накул Брамачари. Я был там лет 20 назад. И в Читании Чайтамрите описывается, что Накул Брамачари, Гауранга Махапрабху пообещал, что он, ты можешь найти меня там. Но Гуранга Махапрабху, о, в Пурушоттам Дхамме, как он может идти? И однажды Нарсимхананда и прочие преданные ждали его. А вот и, ну, смысл в том, что Господь явился через этого Накул Брамачари. Он вел себя как-то необычным образом, поскольку сам Махапрабху явился в нем. Ну вот, и вот Шивананда Сен, он специально, чтобы его проверить, он начал сомневаться в его, качествах. И вот он подумал, что если он сможет сказать, что он может сказать мантру моему Иштадеву, которую я повторяю, это секретная мантра, если он сможет ее мне сказать, то тогда я поверю. И вот все пришли, кроме Шивананда Сена. И вот начали звать, где же Шивананда, и один преданный побежал и сказал: «О, кто же Шивананда? О, Шивананда, приходи». И вот Шивананда пришел, принес свои поклоны Господу, и Господь сказал: «Ты сомневаешься в моем величии, что я не могу, что я не Гуранга». Ты повторяешь эту десятисложную гопал-мантру. И тогда он понял, что да, он мой поклоняемый Господь.
и различными способами. Во всех вселенных бесчисленное число вайшнавов, они все хотят спасти. Обусловленные души, они все шакти Господа. Бхакти-шакти. И вот таким образом Верховный Господь явился, и Шачитани Махапрабху также явился, они действовали как преданные. И в то же самое время Верховный Господь Тат-Пракаш, Нитянанда Прабху и другие. И аватар, что такое аватар? Шакти. Господь проливает свою милость различными путями. И вот в этой шлоке Ванде Гуруна Ишо Бхактана Махарадж повторяет ее. Кришна Чайтанья Сангакам. You should very carefully. Мы должны быть очень внимательны под руководством Гуру Вайшнава, пытаться понять эти слова. Что такое Шачитанья Махапрабху? Кришна Читанья Махапрабху – это татва, это адвагьян татва, но внутри это и адвагьян татва. Если вы можете увидеть все, тат пракаш, тат шакти и все остальное, и тогда ваш Бхагавадаршан будет совершенным. Когда я начал с этих слов, если вы не утвердились в адвагьян татве, то значит, есть у вас какая-то двойственность. Это не значит, что я хочу адвайта сиддханту утвердить. Нет, то, что я говорю, мы должны понимать, что адвагьян татвана есть, но внутри этой адвагьян татвы те, кто преданы, их видение настолько великолепно, что они могут видеть все. Они могут видеть все так, как оно, все вещи в их истинной сущности. Они не видят мужчин, женщин, объекты наслаждения. Они не видят ничего в таком свете. Они видят только одну единую адвагьян-татву, что Дама, она находится в этой адвагьян-татве. И имена, святые имена Господа, парика, спутники, все принадлежности для служения Господу. То есть это все, хотя может выглядеть различно, это все одна единая адвагьян-татва. И поэтому в начале Шачитанья Чаритамриты Кришнадас Кавирадж Госвами описывает прекрасным образом, такими словами Ванде Гуруна Иша Бхактана. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он пишет такие слова, чтобы дать нам ясное представление, поскольку если у нас нет четкого представления о Иштадеве, о нашем поклоняемом Господе, то как мы можем совершать баджан? Если у нас нет представления, четкого представления о том, кому мы поклоняемся, если мы не знаем Ишататвы, не знаем Сидданты, что же делать, если мы совершаем Кришна Баджан или Кришна Читание, но нет у нас четкого представления об этом, и тогда как же совершать баджан? И поэтому говорится, что Сидданта что некоторые, то есть если мы, Махарадж пример приводит, если мы неграмотные, например, кто-то неграмотный, то есть если какой-то неграмотный человек, он все равно может знать Сидданту.
Сиддханта, она может явиться внутри нашего сердца. Это не значит, что если у нас есть какое-то образование, и мы будем изучать книги, но то, что мы можем их прочесть, это не значит, что мы можем их понять. Сиддханта, она не отлична от Шри Кришны. Что значит Сиддханта? Много раз я говорил, что Сиддханта и Сева, они практически не отличны. Сиддханта значит то, что одобрено Верховным Господом. Если мы находим Сиддханту в практической форме, это зовется Севой. А если мы хотим как-то Севу служение воплотить в жизнь, то сначала мы должны знать Сиддханту, что нам следует делать для того, чтобы Господь доволен был нами. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами хотел сказать то, что в начале всего Гуруно, Ванде Гуруно, Гуруно используется во множественном числе. Гуруно значит Бахувачан, это множественное число, не единственное, а именно множественное. И здесь все гуру, гуру значит дикша гуру, сикша гуру, ватма падаша гуру, и все вместе они относятся к такой категории гуру. Шрила Прабхупада говорит, что Самбанта Гьянадата, гуру, не отличен от Абхиде Прадаша Гуру. Абхиде Татвавид Гуру не отличен. Они проявляются в различных образах, но иногда в одном образе, как, например, в моем случае, по моей великой удаче, я получил Харинаму Дикшу, Брамачарию, все мантры Бабаджи Веш и все учения, как совершать баджан от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, я очень удачлив. Но иногда так не у всех получается. Можно видеть, что Шикшагуру и Дикшагуру они отличаются, но в этом нет большой проблемы, поскольку это единая татва, Шрила Прабхупада говорит об этом. И таким образом Ванде Гуру, но значит Шикшагуру и Дикшагуру, Бхатма Прадаша Гуру, то есть тот гуру, который указал нам путь, то и после этого Ишо Бхакта Шивас, сегодня день ухода Шивас Пандита, и читание Чайтамрити говорится, Шивас Прадан. У Верховного Господа так много преданных, но среди них Шивас, он главный. Все разные преданные, но среди них Шивас, он главный. Я предлагаю свои поклоны им всем во главе со Шивасом. И вот Шивас. И Пракаш Нитьянанда Прабху, он Пракаш Аватар, он не отличен от Чайтанья Махапрабху. И после этого Аватар Ишаватар Адвайта Гасай, Иша Шакти, Гададхар Ади, Гададхар Пандит, Гададхар Дас. Нарахари Прабху и все остальные. И таким образом различные. Одна единая Адвайта Гасай, она является в различных, различными
по-разному. И вот я сказал предваряющие вещи перед тем, как начать говорить о главной теме, чтобы мы правильно все поняли. Шивас Пандита. На самом деле, это имя Шривас. Шри значит Бхакти, Вас значит место какое-то. Это место Бхакти буквально значит Шивас. И Шивас. Говорится, когда сочетание Махапрабху совершал Балья-лилу, в то время сочетание Махапрабху совершал какие-то баловался, какие-то озорником был, в общем. Dry clothes there. When get up, where is my cloth? Who take it? He is not gone. The small boy is there playing this way. Chaitanya Mahaprabhu used to do this. He said, Chaitanya Mahaprabhu. And Shivas Pandit speaking. И вот Шивас Пандит, он говорит, зачем вы, однажды Шивас Пандит сказал Нимай Пандиту, о, Нимай, зачем ты, что ты делаешь, пытаясь совершать баджан, жизнь очень коротка. И Чайтанья Махапрабху засмеялся и сказал, это я тоже могу делать по твоей милости. Махапрабху дал указание ему. И вот ты образован, ты пандит, но что ты можешь делать с той пандитией? И поскольку результат твоей видьи, он должен быть бхакти, а если твое образование не дарует тебе бхакти, то что толку от такого образования? И поэтому Бхактина Такур говорит, Jado vidya yato maya roi bhav tumar bhajane badha anitya samsare moho jano niya jiti kare badha. Вот в этой шлоке. И что же говорит Шрила Бхактивинода Тхакура? Джаравидья, материальное образование, которое мы получаем. Если мы изучаем санскрит, санскрит это часть веды. Но все же, если мы относимся к санскриту с материальной точки, с материальной стороны, то он даст нам материальные блага, соответственно, и поэтому материальное образование, если мы получаем, то это материальное образование, оно может сделать нас ослом. А почему Шрила Бхактивинода Тхакура говорит именно это слово? Поскольку ослы обычно нагружают на себя много груза, которые еле несут, а гуру вайшнавы, они хотят освободить нас от всех проблем. И если мы освободимся от всех материальных проблем, то мы будем слегка связаны с этим миром, и получая милость, мы сможем продвигаться выше ваше Бурбува, Свах, Маха и Махаджана Тапа и все эти остальные локи. Сваргалока, Махаджана и прочие. И те, кто следует Ванапрастха Ашраму, они достигают, а высших планет достигают те, кто соблюдает Брахмачарию с самого рождения. И вот они могут достичь Тапалоки и прочих высших планет. Не каждый, куда хочет, может достичь сварги. Мы можем достичь сварги, мы можем только тогда, когда мы
чем-то достойным занимались, благодаря накопленному сукрити мы сможем достичь сварги, но не просто так. То есть, и кто может гарантировать, что в следующей жизни у нас будет такая же возможность? То есть Махарадж имеет в виду то, что чтобы куда-то попасть, надо заслужить. Достичь пуни. Надо, чтобы был достаточный запас пуни. Пуни это не бхакти, но пуни подобно банковскому депозиту. Чем больше у нас есть, тем на более высокую планету и более долгое время мы можем находиться там. Then material body, what is the use of this body? Annamay Kosh. Annamay Kosh. No use, actually. That's why Bhaktivinoda Thakur is saying. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. You can become ash to take up burden. Что если мы придаем большое значение такому материальному образованию, то мы становимся подобны ослу, который нагружает на себя все большую и большую ношу. И вот он сказал Нимаю, когда же ты будешь совершать баджан, нужно начать хари-баджан, жизнь очень коротка. И Нимай сказал, да, по вашей милости, я смогу это сделать. И он дал какой-то знак, и после этого говорится, что сам Шивас Пандит, он сказал Мурари Гупта Карче в Прем-Виласе и в других книгах, которые написаны авторитетными авторами, я имею в виду теми, кто является спутниками Чайтаньи Махапрабху. И на основе этих книг мы можем получить четкое представление о бхакти. Шивас Пандит говорит о себе, что я, когда я был молод, я был очень беспокоен. До 16 лет я был очень занимался всякой ерундой, никогда не думал о святых именах. Я куда-то приходил, начинал спорить, переспаривать всех, что я прав, а вы все не правы. И, но после 16 лет, однажды ночью, я услышал голос небес, что мне осталось жить всего лишь один год, и нужно взяться за ум и делать достойные вещи. И вот он сразу же взял себя в руки и начал жить достойной жизнью. Как в Бхагаватам описывается история царя Хатванги, что полубоги хотели благословить его. Он сказал, хорошо, но скажите, сколько мне осталось жить? Ну вот, недолго. Сорок восемь минут осталось жить. Две данды, одна данда – это 24 минуты. И он сказал, ну тогда мне ничего не нужно, благословите меня, чтобы я смог достичь лотосных стоп Шри Кришны. И вот он сконцентрировал свой ум на Шри Кришне. И в тот день он стал вы можете стать успешными в тот день, когда вы будете всегда думать о Верховном Господе. И если вы сможете думать о том, что вы скоро умрете, вам не так долго жить осталось. И в этом, в этих 14 мирах бесчисленное число душ. Может быть, они в форме мужа, жены находятся, может, в форме матери, дочери или еще кого-то, но кто наши дорогие и близкие на самом деле. И в тот день, когда вы почувствуете
Именно почувствуйте всем сердцем. Я не могу говорить то, что я не могу чувствовать. То есть я говорю только вещи, которые я осознал. И вот если вообще в вашей жизни будет такой день, что вы почувствуете, что вам вы в любой момент можете умереть, и только Гуру, Вайшнавы и Бхагаван, они наши истинные друзья, и никто кроме них не может спасти нас. И вот если вы почувствуете такое в вашем сердце, то это будет подобно зеленому сигналу, который дает нам зеленый путь для нашего развития. Если наша жизнь нестабильна, зачем нам планировать на какие-то 5-10 лет, на 2 или на 1 даже? Какая наша программа, если наша программа не одобрена Верховным Господом, то что делать? Например, кто-то что-то планирует, но если наши планы не одобрены Верховным Господом, то что толку тогда? Вы будете спорить с кем-то, а с кем спорить? Вы не можете видеть Верховного Господа. А если вы будете говорить какое-то ересь о Верховном Господе, то говорится, что Шрила Прабхупад говорит это подобно. Joking, very nice. If you speak of Ravi Second Guru Vaishnav and Supreme Lord, it is just like provide a fist on air. Это подобно борьбе с воздухом. Толку от этого никакого нету. It's all in vain. Bekar. Useless. So actually, Shivas Pandit. И вот Шивас Пандит. В то время Шивас Пандит. Когда во сне он смог, он получил даршан, он этого голоса с небес, что ему осталось жить всего лишь год. И он сразу же взялся за ум и начал жить достойной жизнью. И это была точка поворота его в его жизни. И он начал искать, что и есть вечность, что жизнь наша, она не постоянна. Как можно вспомнить из Бхагаватам, я могу привести пример с Триданди Бикшу. Триданди Бикшу, когда он, майя его наказала, ему надоело все. Он потерял все, все деньги, все богатство, даже его семья отвернулась от него, поскольку он стал без, потерял свое состояние, и у него не было никакой поддержки. И в тот день, когда вы будете чувствовать, что у вас нет никакой поддержки, кроме Гуру Вайшнав и Бхагавана, то это очень хороший знак. Гуру и Вайшнава, они ведут жизнь, как они ведут свою жизнь, если вы будете смотреть на это. Если вы пойдете и посмотрите, как Гуру и Вайшнава ведут свою жизнь, то вы увидите, что какой простой жизнью они живут, подобно каким-то животным. Имеется в виду такое простой жизнью. Простая жизнь, возвышенное мышление, но они отречены в то же самое время. И они не стремятся ни к чему. Вайрагья есть такая зрелая вайрагья, зрелая отреченность. Это один из поддерживающих принципов бхакти, как Гангамата Тагурани, она происходила из царской семьи. Вот так называлось. Или Кришна Чандрадата, его сын Нарутама Такур. Он тоже был очень богатый человек. Они происходили из восточного Бенгала. Но все же они развили непривязанность, отречение. Если нет, то есть, несмотря на то, что они были очень богаты, они были полностью отреченные. That is even. Madhavendra Guribar
Мадхавинда Пурипат, он полностью отречен от этого мира, но все же по желанию Гауранги Кришны, он, у него было 10 тысяч коров. И как их всех поддерживать, эти 10 тысяч коров? И один храм. Он построил храм для Гопала, для Шринатхаджи. И вот Мадхавендра Пурипат, он почему стал так богат? Почему? Поскольку по желанию Кришны, Кришна одобрил это. И что же делать, если он одобрил? Прохлад Махарадж перед Нарисимхадевом, он говорил, что не хочу никаких, никаких богатств. А Господь сказал ему, что нет, ты должен стать царем, ты должен восседать на троне. Но это делай как служение мне, выполняй обязанности царя. Хануман. Удав, когда он хотел уйти из этого места, из этого мира вместе с Господом, то Господь дал ему указание, чтобы он был ачарьей в этом мире. То есть мы должны действовать в соответствии с желаниями Господа. И многие души не могут потеряться, если у них будет какое-то желание отличное от желания Господа. И вот сейчас Шивас Пандит, однажды Махапрабху сказал: «О, Шивас, ты можешь вспомнить то, что в тот день, когда ты оставишь твое тело, ты помнишь, ты просил меня об этом, да». Devananda Pandit, I thought to attain Bhagavad Katha. Usually I go there. One day I was sitting in the corner of the И вот однажды я был в одном месте, слушал Прохлад Чариту, и внезапно я I don't know who touched me. And then as if some faint condition, I get up again. After some time, you know the reason. Now I know the reason, because you are speaking. You give me life. Actually, Narad Ji Maharaj. Actually, there is Bhaktan Samata Narad Ji coming inside that body. Follow. So now actually it is written after that Narad after that we still can see there is Narad Ji Maharaj. Махарадж Пурушакти лишь аватару говорила, но не полностью понял. И вся Навадвипа лила, без Шринивас Пандита мы не можем ее представить, он глава всего. Даже когда Шри Чайтанья Махапрабху был, он был профессором санскрита, он был очень прекрасный учитель, но когда он вернулся из Гаи, после того, как он предложил подношение в Гаи, он полностью поменялся, и тогда он получил милость Ишвара Пурипада через Дасакшар Мантру. Он получил ее от него. Какая польза от тирт? Что толку посещать всякие Кедранатхи, Бадринатхи, Ямунатри и прочие святые места, если вы не можете чувствовать, что ваша жизнь, она не вечна? Если вы не можете чувствовать, что ваша жизнь проходит,
И поэтому, если вы вообще хотите посещать такие места, то вы должны путешествовать вместе с хорошими преданными, чтобы они, вы говорили о бхакти и обрели какое-то благо, а не просто посещали какие-то места. Чистые преданные, они всегда говорят о том, что связано с Верховным Господом. Ванапати Махарадж, Сит, Нараджи, Удав, all that. Who can give you feeling? You have money, you can fly and go there. Who can give you feeling? Who can give you feeling? Там в этих местах находятся какие-то преданные, которые являли там свои лилы. То есть можешь что-то просто изучать, но чувство, где мы получим? Чувство нельзя купить на базаре. Мы можем получить это чувство только от гуру и вайшнавов. И каждый день мы должны чувствовать вдохновение. Мы должны думать, сколько мы продвинулись на пути нашего баджана. Рамануджачарья говорит, те обусловленные души, которые следуют гуру и вайшнавам должным образом, они должны считать каждый день ночью перед сном. Вчера я что сделал для бхакти, сегодня что я сделал, что-то лучше или нет. Мы должны считать, думать, что же мы сделали. Какие-то оскорбления совершили или нет, или что-то хорошее сделали. Рамануджачарья говорит нам, что если мы хотим обрести бхакти, то я обещаю вам, вы обретете бхакти, если вы не будете совершать никаких оскорблений. Рамануджачарья говорит, что Рамануджачарья говорит, что как мы проснулись, нужно сесть в позу лотоса или похожую и вспоминать имена всех вайшнавов и возносить им хвалу Джайдхване. И так мы должны повторять имена всех вайшнавов, которых мы помним. Рагунатх Дас Гасай, например, он каждый день клонился двум тысячам вайшнавов. Каждый день. Но если мы, память у нас не столь хороша и не можем 2000 раз клониться отдельно каждому, но хотя бы 20 помните, и это уже очень хорошо. И вот читание Чайтамрити, говорится эта шлока, что памятованием гуру и вайшнавов все препятствия на пути баджана, они уничтожаются. Рамануджачарья говорит утром перед сном, мы должны воспевать славу Гурудева, вот они, петь различные киртаны. Вот этот, например, Вишвана Чакравати такого говорит об этом, что во время Брахма Мухурты очень благоприятно памятовать и прославлять гуру вайшнавов и Бхагавана. Если мы хотим обрести бхакти, то мы должны этим заниматься каждый день. Мы каждый день должны прославлять имя и славу гуру вайшнавов. И тогда мы, несомненно, сможем обрести бхакти, но у многих нет времени. Бхактивинода Тхакур говорит, если у вас нет способности, ничего нету,
То есть можно попытаться прийти к Гуру Вайшнавам, но если Гуру Вайшнава не может с вами говорить сейчас, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что просто находитесь рядом и смотрите, наблюдайте за ним. И это тоже может поможет нам очистить, изменить наше сердце. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит так. Если Гуру Вайшнава не будут говорить с вами, то все равно находитесь там. Рядом с ними какое-то время смотрите на их действия, их чистота, их поведение, их образ, он очистит ваше сердце. Внешняя и внутренняя чистота в Шивасангане. Сочетание Махапрабху совершал какие-то лилы, Навадвипа-лилу. Всю Навадвипа-лилу он совершал там, и Шивас Пандит, его жизнь, его жена Малини, Амбика, в Кришна-лиле, она была Амбика. То есть она была как бы кормилицей или датрима на Бенгале, на санскрите, как вторая мать буквально, или как заместили, как по-русски. По-русски сказать, не знаю как. Но подобно Путани, она датриготи получила. То есть она стала кормилицей Кришны. Но не положение Яшоды, заметьте. Почему Нитьянанда Прабху принимал молоко у Малини Ма? Почему? Многие не понимают. Сочетание Махапрабху сам пообещал. О, Шивас, твой сын умер, но будь уверен, Нитьянанда и я, мы станем твоими сыновьями. Сочетание Махапрабху начал совершать санкиртан тогда, когда вернулся из Гая, когда его мать очень беспокоилась, что ее сын ушел куда-то. Может, что-то случилось. Мы позвали доктора, но толку нет от этого. Сочимата Вишну Прия, они плакали всю ночь, что же случилось с нашим Господом. И однажды Господь спросил Шиваса, what is your opinion? What do you think? What disease I develop? They are speaking Vayu-vika. Они спросили, что случилось, какую болезнь я развил. Shiva speaking, or Brahma Santa, they are expecting this kind of disease. I know it very well. This is not disease. Oh. If at all going to misinterpret, then I was supposed to jump in Ganga and leave body. But Bhaktivinoda was speaking rightly. You can detect the case. You can understand my heart. After that, on and on, Prabhu started doing something. Махапрабху начал совершать санкиртан каждый год перед тем, как уйти из Навадвипа, перед тем, как принять саньяс. Много подобных случаев было. Однажды Махапрабху совершал санкиртан. Санкиртан значит, что посторонние люди не могут участвовать в этой санкиртане. И поэтому в доме Шивас Пандита двери были закрыты. Никто не был позволен заходите смотреть на санкиртан расу, Шичитани Махапрабху, все, Панчататва и Вайшнава, они танцевали, и они не отличны от Шичитани Махапрабху. Некоторые думают, что где-то Кришна и Гопи танцуют, но нет.
санкиртана раз. Внутри, во внутренней комнате, Шивас, и вот, когда совершали санкиртан, то когда этот Махарадж говорит о том, что когда отец его, Шивас Пандита, единственный сын, он умер, то когда узнали об этом и все опечалились, то он сказал, что не нужно беспокоиться. Мы будем совершать санкиртан за эту душу, и я сам хочу получить такую возможность. И они начали совершать санкиртан, и эта дживатма, она оставила тело посреди санкиртаны. Посмотрите, насколько удачлива эта дживатма. И вот, когда санкиртана закончилась, и вот когда Махапрабху впоследствии спросил, что случилось, а Шивас Пандит сказал, ничего не случилось, но Махапрабху сказал, я узнал, что твой сын умер, а Шивас Пандит ответил, что ты все для меня. Ты все и вся для меня. Then what happens actually? Then actually, Prabhu going inside room. Sankirtan is over. Koi Prabhu going to see the boy who living body. И вот Махапрабху пошел потом к тому сыну Шивас Пандита, прикоснулся к нему и спросил, зачем же ты оставил такое прекрасное рождение. И этот сын Шивас Пандита ожил и сказал, что мое время кончилось, и нужно уходить, но я прошу благословения у тебя, что когда бы я ни рождался, я должен быть преданным, неважно, пашупоке, животным или птицей в небе, или в аду, или в раю, но все равно я хочу иметь бхакти, и где бы ты не дал мне рождение, то все равно я хочу обрести бхакти. Вритрасура, вы знаете, Вритрасура, может, слышали его имя. И вот он говорил Вритрасура. According to my own activities, I'm going to travel, life of the life, no problem, Prabhu. I'm not going to request you give me place in heaven. No, I have no personal desire. But please, it is my request. Вот это умерший сын Шивас Пандита говорит, что мне нет никаких персональных желаний, но я прошу тебя, где бы я ни находился, я хочу иметь бхакти. Неважно, где, в раю или в аду, зверем или птицей, но все же я хочу иметь бхакти. И когда Махапрабху прикоснулся к сердцу этого души, то он ожил и начал говорить прекрасную татву. И после этого этот мальчик окончательно умер, и многие начали восхищаться славой Махапрабху, а Шривас никакого горя не испытывал, поскольку не был затронут в этом. Если мы всегда находимся в связи с Верховным Господом, то какая проблема может задеть нас? Многие преданные приходили к Кришнадас Бабаджи Махараджу, рассказывали, что так много проблем, мат, как надо то и то делать, а харинам-то когда повторять? И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж говорит, где вы видите так? Ну,
То есть, где вы видите так много проблем? Все проблемы, они в одной заключены. То, что мы не хотим совершать харибаджан должным образом, это главная проблема в нашей жизни. Но мы находим различные другие проблемы и таким образом отклоняемся от пути, указанного гуру и вайшнавами. И что же делать? Шивас Пандит, у него было четыре брата, и все они стали великими преданными спутниками Шри Чайтанья Махапрабху. Не только это. Нарайни, она была великой преданной Махапрабху, будучи четырехлетним мальчиком, он говорил о Нарайни, плачь из-за имя Кришны, и она начала молиться Кришне и плакать, и как-то возможно, какая-то маленькая девочка четырех лет всего и уже имеет, уже имеет Кришна Бхакти. О, Прабху, кто она? Духи. И что же она делает? Она носит воду из Ганги для тебя, что правда, да. И вы должны звать ее по-другому. Дуки значит несчастлива. Я изменил ее имя. Ее имя должно быть Сукхи, а не Дуки. И вот Махарадж изменил ее имя. И в Горе-лиле, когда можно найти Нитьянанда Баларама, много раз я говорил об этом, что Вишваруп. Это имя Вишваруп, оно говорит о том, что Нитьянанда. Пытайтесь понять, если вы хотите изучить санскрит, вы должны все слова понимать. А многие из нас не изучают санскрит. Дивья Сахасра Вачар, тысячи лет Индра. Он получил уроки от Брихаспати, но все же он не смог должность санскрит и грамматику развить. Наши 365 дней составляют один год, а наши 100 лет по нашему летоисчислению это подобно минуте на планетах полубогов. И вот Индра, он получил урок от гуру этих полубогов, но также говорится, что они не смогли все принять, что говорить о нас. Но только Бхакти может принести полное решение всех проблем. Все шабда-шастра — это бесконечный океан Писаний. Санскритская грамматика. То есть, если мы не знаем санскрит, то некоторые вещи, которые описываются в Ведах и Упанишадах, мы не сможем понять их значение, и поэтому санскрит является какой-то частью вед, не рукта. Как все мантры, мы должны знать значение всех мантр, понимаете? И просто запомнить и произнести, это не значит, что яги произошла на самом деле, а в то время разные служения производили. Кто-то может, например, какие-то недостатки выяснить в какой-то поэме.
кто-то из Ригведы может какие-то процедуры перечислить, кто-то где в огонь возливает, кто-то произносит мантры. И у нас должно быть полное знание об этом, и поэтому санкиртана. Мы должны совершать санкиртан, который является наивысшим проявлением бхакти. И вот сочетание Махапрабху однажды, когда сочетание Махапрабху, вот Нитянанда встретился с ним, я уже сказал, Вишваруп — это слово, это имя, значит, Вишва значит полная Вишва, вся Вселенная, это Руп, бесконечные образы. Это различные Вселенные — это проявление этого Вишварупа, Вишва. Когда Вишваруп оставил тело в Пандарапуре, в Махараштре, он слился с Божеством Нитянанда. И тогда Нитянанда пришел и явился здесь. И вот после этого Гауранга Махапрабху говорил ему, что «О, Шрипад, ты должен совершать Ясапуджу, а где ты хочешь организовать Ясапуджу?» И вот в этом Варнамдаме, в доме Шивас Пандита, его брата и Нитянанда сказал здесь. И вот Шивас Пандит, он начал действовать как пуджари. И Гуанга Махапрабху начал говорить: «О, Шрипад, дай гирлянду Ясадеве». И Нитянанда засмеялся вместе с Малой и начал ходить вокруг, как сумасшедший. И когда он пришел к Гуранге, он дал гирлянду Гуранге. А как это, говорит, ты должен дать гирлянду сначала в Ясадеву. А он засмеялся и ничего не ответил. Можно вспомнить, когда движение санкиртаны началось, читание Махапрабху Нимай Пандита против того Кази. И тогда Шивас, он испугался. Однажды этот Кази может послать какую-то труппу, чтобы поймать меня. Шивас внутри Нарисимха-мандира поклонялся Нарисимха-деву. А Гауранга пришел, начал громко стучать, сказать: «Кому ты поклоняешься? Давай выходи, посмотри, кому ты поклоняешься? Я здесь перед настоящим объектом твоего поклонения, он здесь». «О, Господь, ты?» «Да, я». И Господь пришел в... То есть смысл в том, что Господь, Верховный Господь, пребывает как Параматма в сердцах всех живых существ. И когда мы избавимся от страха в нашем сердце, то тогда мы сможем получить божественную полость, божественную помощь. Когда у нас есть твердая, непоколебимая вера, что в то, что все совершается Кришной прямо или косвенно, то тогда мы сможем помочь божественной милости, как Прохлад Махарадж. Его пытались отравить, травили на него
травили его змеями и прочими, но никто ничто не мог сделать Прохладу Махараджу, также Мирабай. Only singing, glories and running. Nobody can do anything. Nobody has no power. Krishna protecting. Если Кришна защищает нас, то никто не сможет нам нанести какой-то вред. А если Кришна нас хочет убить, то, соответственно, никто не хочет защитить. Никто не сможет защитить. Then and only then Kaji can send some of his troop to you to arrest you. Why you fear unnecessary? Look, I know, all you know, who is going to make this service to you? Let us go, start Sankirtan movement. After that, Mahaprabhu started Sankirtan movement. With all, fire. Torch, carrying torch, and everybody. Махапрабху, он начал движение Санкиртаны, Харидас, Нитянанда, Гуранга, Адвайта Гаса и тысячи других преданных. Вы можете вспомнить их. Они все начали движение Санкиртаны. И однажды они начали совершать Маха-Абхишек Гуранги Махапрабху вместе с Гангаотом, вместе с рекой Ганги и прочими принадлежностями. Они совершили Абхишек, шикарный Абхишек Гуранги. Гуранга находился на троне, и все преданные во главе с Шивасом, они совершали Абхишек Господу. И Господь явил себя как Верховный Господь. They have no right to approach to Jagannath. They also have right that time. Why Ratha Yatra is so important? That time Prabhu gives. Почему Ратха Ятра так важна, поскольку в то время Господь он сделал скидку на какие-то, видимо, вещи? Нет, вы хорошо приходите. Все дживатмы, даже если они не брахманы, то Патипава Джаганат во время Радхаяты он принимает подношение всех, и поэтому в Скандапуране говорится. Если вы сможете увидеть Джаганатха на колеснице в вашем сердце, то ваша жизнь на последнее вам не нужна. Возвращаться опять в этот мир, все закончится. Это решение, обещание, данное нам. Вот эта шлока так звучит, что тот увидит Джагнатха на Радхаятре, он уже не будет рождаться заново, и в то время... И вот у Махапрабху был один этот преданный, который продавал бананы Колу Веши Шикарову, звали. И вот он каждый раз спорил с Господом о цене этих бананов. И вот они торговались, Махапрабху все дешевле хотел, а этот торговец подороже, и Махапрабху спросил, а что ты с деньгами будешь делать? Так, я Ганге поклоняюсь. А что ты будешь делать с Гангой? Я здесь, поклоняйся мне. И этот торговец был очень возмущен. Зачем тебе поклоняться? Лучше Ганге поклоняться.
Ты разве не боишься этого, за такие слова? И сегодня, ну, точнее, впоследствии он осознал, что Махапрабху — это сам изначальный Верховный Господь. И он настолько удачлив, что даже Махапрабху он принимал воду в его доме, а в этой емкости для воды там были сотни отверстий. И вот только одно качество нам нужно. У Верховного Господа есть тысячи качеств, но если, но есть еще такое Бхактавасалья гун. Это очень восхитительное качество. То есть Господь, Он очень любит нас, но мы не хотим иметь такие сладостные отношения с Господом. В этом проблема, как материя не может говорить что-то с материей. Кришна Бхагаван во Вриндаван Лиле, он разговаривает с деревьями и с этими, с кустарниками. Но на каком языке Кришна разговаривает с птицами? У Кришны бесчисленное количество качеств, и одно из качеств, то, что Кришна, Он понимает все слова. Кришна знает все. Кришне не нужно ходить ни по каким местам, чтобы изучать какие-то языки, поскольку он имеет качество, что его все понимают. И вот Шривас, Шривас-пандит возвращается. И вот когда Махапрабху принял решение принять саньяс, то с несколькими преданными Махапрабху говорил, и Шривас был среди этих преданных, и потом Господь ушел. В Пури так много случаев дальше. Но времени мало, я хочу кратко затронуть эту тему. Шивас Пандит. Каждый год Малини Шивас Пандит, и они все с его семьей, они ехали, шли пешком, точнее, в Пурушоттам Даму, чтобы встретиться с Чайтанья Махапрабху. Я вот хочу привести пример, как они живут семейной жизнью. Вот. И однажды царь Пратапарудра, он организовал прекрасное место для того, чтобы смотреть на Херапанчами, чтобы его царь организовал какой-то этот место, где, чтобы они могли смотреть и не испытывать никаких неудобств Херапанчами, но ночью происходит это. Very nice thing. Prabhu enjoy with all devotees this kind of nice lila and sometimes discussing some special issue. And there is actually Sivas Pandit also there. All the Parshad also there, all other everybody there. Nithyananda itself, Nithyananda also there. And Sivas Pandit there. И вот там все, были все спутники Шримана Махапрабху. И Махапрабху иногда шутил со Шивасом. О, Шивас. Here, like,
this way took him. Then Sriva Pandit giving answer. After that actually Sriva Pandit and Sarup Gosai discussed going on. И вот однажды Шивас Пандит и Сауроб Гасай, они разговаривали между собой, и они говорят, что Лакшми Деви богат, она богиня процветания, все богатства находятся у нее. И вопрос, почему Рукмини... Во Вриндаване там внешне это выглядит как лес, какие-то кустарники, растения, обезьяны бегают, но внутри есть некое сокровенное богатство, но никто не, ну, ваши материальные глаза, они не могут увидеть это. Смогут смотреть, но не видеть. И чем больше вы слушаете Харикатху, чем больше вы слушаете Харикиртан, все 24 часа, и моя просьба, не связывайтесь с моей материей. Как, например, Панчапатра, это не просто какая-то материя, это Панчапатра, она служит в доме какого-то преданного. Но у нас не должно быть материальных представлений, все трансцендентно. И таким образом Махапрабху шутит с Шивасом, что Лакшми Деви, она богиня процветания. И Сауроб Гасай напомнил, что во Вриндаване настолько богат, Сваруп, он Шута в Раджавасе, Лалита Саки. То есть все богатства в Вайкунтхе, они несравнимы с Вриндаваном. И вот они обсуждали что-то, и однажды, когда говорили о Расататве, и Господь явил такую бабу Радхарани. И в то время Нитянанда Прабху, он ушел из этого места, убежал точнее, сразу же, поскольку Нитянанда Прабху, он Баларам, а когда Махапрабху явил Лилу Радхарани, то он не мог там находиться, поэтому будьте внимательны насчет Сиддханта, Вирода, Расататвы и прочее. И я хочу сказать еще много чего, но времени мало, если есть какие-то вопросы, можно спросить. И та шлока, с которой начал, вы должны помнить ее всегда. Мы можем обрести Кришну в этой жизни, если вы захотите, а хоть захотите или нет, это зависит от вас.